Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергиева Лавры, Священного Архимандрита и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Илариона, Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, архиепископа Сиднейского и Австралийского, Новозеландского, первоиерарха Русской зарубежной церкви и господина Преосвященнейшего Георгия, епископа Камбергского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда и непризно и во веки веков. Я думаю, что Бог не хочет, чтобы я не знал, что Бог не хочет.